Добрый день, дорогие друзья, дорогие девочки, мальчики. Всех рада приветствовать на своем канале. И сегодня у нас видео будет называться «Косметичка на сентябрь месяц». Но она будет немножко не такая, как до этого была. Я решила ее немного видоизменить, потому как мне хочется привнести просто что-то новое. Мне кажется, уже это надоел, тот формат. И это будет у нас такая косметичка. Чуть-чуть я вам покажу то, что в последний свой поход в Улыбке Радуги купила, потому как этого немного, и отдельное видео делать смысла нет. И пока эта информация актуальна, сентябрь только начался, может быть, кому-то пригодится. Так, ну и давайте начнем. С чего мы начнем? Начнем с базы под макияж. Как макияж обычно я делаю? Кто-то первое вначале глаза красит. Это, наверное, удобнее, потому что можно вытереть то, что осыпалось. Но я привыкла, как я привыкла, и так и вам буду рассказывать. Для базы я себе отложила белорусское средство от компании Белита. Она называется «Секрет сияния». Есть целая такая линеечка таких средств. Я вам сейчас покажу, это довольно красивое, сияющее. Вообще это считается крем-хайлайтер, также тоже его использую как базу. Это очень легкий такой крем сияющий. Текстура такая вот жиденько-водянистая, но тем не менее, вот когда я по руке его распределяю, я вижу эффект легкого такого блюра. Ну, то есть тоже, что и требуется всегда от базы. Приятно, совершенно очень очаровательно пахнет, девчонки. При этом стоит он 95 рублей или 100 рублей на сайте Белорис. Это вот просто мега бюджетное средство. Здесь 30 миллилитров. И вот подсохло, да, немного, видите, осветление такое получилось. И он как бы легкое такое подсвечивание дает. Ну, вот у меня много белорусских средств. Не все вызывают у меня прям вот именно такое очарование ценой и качеством. Некоторые бывают, что не очень. И такие тональники у меня были, потом я вам их покажу. Средство как база. Это блюр-крем от компании Faberlic. Это уже, конечно, абсолютно не бюджетный. Стоит он даже в хорошую свою скидку рублей 500-600, а так вообще и до 900. Это каталожная цена, часто бывает. Всего 15 миллилитров. Дороговато, конечно, но эффект блюра здесь очень такой вот сильный. Сейчас я вам покажу. Он довольно плотный, этот крем. И он не дает какого-то там лечебного эффекта, но у него очень быстрое, хорошее, моментальное именно действие, когда вам надо вот быстро выглядеть очень хорошо. И сейчас вот на руке вы можете заметить, как он заглаживает морщинки, он распределяется. Он очень хорошо заполняет с собой морщины. То есть очень омолаживает, это считается как эффект фотошопа. И третья база, это вот, наверное, моя самая любимая в последнее время, это Giordani Gold, это называется антивозрастной эликсир. Это действительно уникальное средство, здесь есть и лечебные, и ухаживающие компоненты в этом пузыречке в красивом. Сама база такая сияющая, очень... очень красивая. Выглядит, сейчас я вам покажу, она как водичка такая. Маслица, так вот оно потом вы его втираете. Дает очень хорошее увлажнение. То есть вот для возрастного макияжа это, конечно, очень актуально. Мне нравится, я решила попользоваться своими, так сказать, более удачными средствами, не давиться там. Более, ну, как сказать, некоторые средства у меня довольно-таки бюджетные есть, мои косметички, и есть и чуть подороже. Вот, и я решила отобрать на этот месяц именно те средства, которые мне вот на самом деле нравятся. И даже дело здесь не в цене, а именно в качестве, потому что вот опять-таки вот этот крем, он совершенно недорогой, 100 рублей, но он попал именно вот в мой выбор на сентябрь, потому как я решила себя порадовать и пользоваться только тем, чем нравится.
а тем, чем не нравится, как получится. Также серии вот моих любимцев, это будет крем Giordani Gold с SPF 15. Вот в такой вот симпатичной бутылочке. Крем этот идет, я обычно раньше всегда брала слоновая кость у меня в основном, и это тоже из этого же. Артикул этого крема 31804, сейчас я покажу вам его. У него очень хорошая перекрывающая способность. Вообще, вот я когда в руках держу этот флакончик, что это просто вот люкс. Какой-то люксовый у меня тональный крем. И на лице, когда он то же самое, мне нравится. В этом месяце все будут Oriflame, потому что мне они очень нравятся. Один кремчик будет Giordani Gold, второй будет серия V1. Giordani Gold это идет флюид, крем-флюид. Он имеет такую водяную текстуру для жирной кожи. Очень хорошо, смотрите, вот как он. Он стекает такой капелькой. И мне кажется, даже не для жирной, а для сухой он тоже подойдет, потому что он довольно сам по себе какой-то питательный. Вот эта капелька. Это Fire Nude, это чуть светлее, серия V1. Она будет светлее, тон последнего, который посветлее, 31-161, а эликсир 32-921. Оттенок, вот он. Это флюид. Вот этот слоновая кость. И последний, это Fire Nude называется, это V1. Сейчас мы их немного распределим, смотрим. Вот этот флюид я сразу не распределила, и все, он уже подзастыл. Девчонки, он имеет вот такое свойство, как бы потом воду эту превращать покрытие. Вот видите, он уже сел, особо ты его не распределишь. Но тем не менее сел таким вот, посмотрите, не густым каким-то. Довольно натурально получился, несмотря на то, что я его особо-то не распределила. Этот вот он более жирненький, он, видите, ждет. То есть уже сколько времени он ждет, пока его распределишь. То есть с ним не надо так торопиться, он не застынет у вас. Но смотрите, как перекрывает вот. Он очень, ну, просто красиво, на самом деле, круто смотрится на лице. И с последней, чуть посветлее, то же самое. Я бы сказала, что есть некоторое сходство даже. Хорошо очень они перекрывают все. И вот эти два похожи друг на друга. Я бы сказала, похожи они, немного цвета разные. А вот у этого другая текстура. Он, как вы поняли, уже, ну, довольно быстро застывает на лице. И надо его распределять все-таки, а не ждать. В качестве консилеров я отложила себе тоже довольно мной любимые средства. Это консилеры от компании Maybelline. Сейчас они в 5 вариантах продаются. Когда я брала, было всего 3. И то, что мне было доступно, я купила самый светлый и самый темный. У меня 0,2 и 0,0. 0,0 это который посветлее, 0,2 он идет потемнее. Я сейчас вам покажу, как сидят под глазами. Спонжик вот этот вот удобный, нравится, что вот выкручиваешь, такой щелчок будет, так он вот попадает вот в этот спонж, как бы продвигается. Здесь видите, вот сколько-то закончилось, уже он поршень этот продвинулся, то есть видно, сколько осталось. Оттенок 0,2, который желтый, я вот только что рассказывал, и этот более применимый 0,0, который посветлее. На глазах они, вернее, под глазами там или на лице, где-то какие-то там недостатки вы хотите с их помощью ретушировать. Они хорошо сидят, не забиваются в морщинки, эти вот консилеры. Мне очень нравятся, стоят они средненько, не так уж прямо дешево, где-то в районе 470 рублей консилер вот этот стоит. Так, они мне, в общем-то, нравятся. Сейчас просто жду с Revolution 3 новинки. Вот. А так, пока что они у меня в фаворитах. И если никого я лучше не найду, то буду, конечно, покупать, несмотря на цену. Ну и довольно неплохой вот этот консилер тоже от компании Faberlic. Он в едином оттеночке с удобной вот такой кистью.
Сейчас покажу вам его оттенок. Это единый тон вот этого консилера. И я бы сказала, что за свои 200 рублей это очень удачный консилер. Единственное, что девчонки многие жалуются, что его не могут застать на складе. Но я его просто брала, когда он только появился. Возможно, не все еще знали о том, что он довольно-таки неплох и недорогой. 0,219 артикул. Поэтому он как-то мне достался. Так, база на глаза у меня будет Essence, такая база. Я, девчонки, что-то пока не нахожу себе более какой-то там замены. Да и мне вот нравится лично эта база вот с такой кистью. И она в тоне у меня более светлым, а есть еще потемнее. Вот, она довольно светленькая. Но она потом распределяется на глазах. Эта база, она перекрывает тоже синячки и все. И несмотря на свой светлый тон, вот я сейчас его распределила, и, пожалуйста, ее не видно. В ногтях сегодня три цвета. И все эти три цвета идут из разряда хамелеонов, дуохромов. Я не знаю, как вам больше нравится. Они могут, в зависимости от своего освещения, вот эти три лака, они меняют свой цвет на другой. Вот этот становится темно-синим, этот тоже перелезает из зеленого как-то в голубой. Даже видите, вот фотоаппарат показывает. И последний сиреневый, он из такого розоватого в серый немного уходит. 02, он называется Across the Universe. Этот лак. И 136 и 135 это у оттенков, которые из Литуаль. Сверху покрывала базой Катрис с эффектом гель-лака. И в прошлый раз я пользовалась им же и наносила лак в фармасе. И мне понравился эффект. Держался дней 5, по-моему, у меня это рекорд. Просто рекорд, потому как я практически не использую перчатки. Я очень часто с водой я готовлю. У меня маленький ребенок, и купание, и там и сама. И, в общем, контакт с водой беспрерывный. Поэтому 5 дней для меня это вообще мега-рекорд для лака. И сажала на базу Faberlic. Обычная база. Я даже не помню, как она называется. Артикул 7396 у нее. То, что вот говорила я вам, да? В «Улыбке радуги» я покупала. Я купила там блеск. Сейчас идет акция «Эвелин блеск». 89 рублей он стоит. Это оттенок блеска. Он сейчас у меня на губах. И так, 809 тон. Довольно прозрачный такой. Но нету липкости губ друг к другу. Очень комфортно. Увлажняет. Классный за 89 рублей блеск. Также я купила себе два средства. Это у нас пойдут они как бронзер и как скульптор в нашей косметичке, пускай будут. Оттенки бронзера тон 04, скульптора 06. По 140 рублей они стоят. Сейчас я вам покажу их. Я тестила, там были тестеры, и вообще я как-то сказала себе до этого, что я Ламель брать больше не буду. У меня что-то не очень там были какие-то разочарования. Тональный крем просто полная Г. Думаю, хватит с меня этого китайского добра. Вот. И тут я подхожу, и были тестеры, думаю, дай-ка я посмотрю. И посмотрела. И мне понравились эти, ну, как по качеству они. И сейчас давайте посмотрим. Вот который рыженький совсем, это 0,4 оттенок. Это вот скульптор 0,6. И сейчас я вам покажу сводчики. Вот более темненький, это 0,6 оттенок. Рядом это якобы бронзер у меня. Это 0,4. Но эти два оттенка, они вообще продаются как румяна. У них даже и написано на обратной стороне, что это румяна. Что еще, какие румяна я буду использовать в своей косметичке? Это румяна буржуа. Я уже говорила где-то, что это очень напоминает мне румяна
мои от Шанель, которые у меня давно были куплены. Буржуа в оттенке 01. Здесь 2,4 грамма. Сейчас покажу сводчи. Я сделала сводчи по отдельности, как они. И вот внизу один такой общий. Это если все вместе растирать. Но сводч довольно яркий получился. Конечно, на щеках. На щеках так не будет ярко. Но это не надо. Это я вам просто, чтобы передать, так сказать, всю красоту. Из туши я оставлю свои бывшие, вернее, которые у меня сейчас в употреблении. Это вот Амора белорусская и тушь от Faberlic. Артикул 5598. Она довольно неплохая. Это Secret Story серия. И тушь, ой, вернее, кисточка не силиконовая, обычная. Здесь тоже, кстати, не силиконовая, а обычная. Меня они очень устраивают. Хорошее такое нанесение. Девчонки, вот это вот кто, если намеревается, например, делать какие-то заказы на белорусских сайтах, то присмотритесь к вот этой туши. Она настолько долгоиграющая, и здесь большая довольно упаковка. Вот я эта тушь в ходу у меня с ноября месяца того года. Ну, через 3 месяца ей будет год. И я ей пока крашусь, она не осыпается, ничего, никакой аллергии я не испытываю. Так что вот присмотритесь. Для бровей я себе отложила 2 карандашика, потому как не хочу кучи эти набирать. Сейчас я в основном каждый день пользуюсь карандашом от Essence. Он идет выкручивающийся, такой вот карандашик. И мне нравится, что у него есть с другой стороны точилка и расческа. И вот карандаш от NYX, очень мягко рисует, не надо никаких подводок, ничего не надо. Он не черный, он такой серо-графитовый с металликом, с небольшим. И Essence идет карандашик, сейчас мы... Написано на упаковке его. Потому как, девчонки, я в основном делаю стрелки из самой палетки. Так, вот скопировалась. Называется он металлик айлайнер. И какой у него тонт. Я вам хочу показать. Это будут 2 пудры, которые я отложила себе в этот раз на косметичку, на мою. Это от компании Faberlic. Идет пудра Anti-Age. Она в оттенке... Сейчас скажу, у нее какой, 63-16. Вот видите, немножко как будто засалилось, мне это не нравится. Но да, и даже пальцем я провожу, видно. Вот ее сводч. Есть там и потемнее, и посветлее, но вот не поняла я, почему она так засаливается. Хотя, тем не менее, вот трогаю рукой, она как бы отдает пудру, да, хорошо. И сама она как крем как будто какой-то. Я вообще люблю такое вот свойство в пудрах, когда они как крем. У меня такая есть от Clinique, именно с таким эффектом, мне очень нравится. Эта пудра идет рассыпучая. Она с эффектом сияния такого. Сейчас я покажу вам это сияние. Если не увлекаться, то будет нормально. Оттенок пудры 6220. Ну, мне она нравится, эта пудра. Вот, честно говоря, девчонки, я... ей довольна. Есть еще они в 2 других, уже будут без сияния. То есть их 3 варианта пудр у Faberlic. И вот только 6220 вот такая вот со сверкалками, а остальные 2 без. И последнее, что будет в моей косметичке, это 4 палетки, девчонки. А, нет, палетку хайлайтеров не показала. Я буду пользоваться вот этой палеткой хайлайтеров. Здесь много разных цветов. Это NYX палетка. И, как видите, здесь на все макияжи найдется хайлайтер любой. И давайте сделаем быстренько сводчики, посмотрим сейчас. Очень такой вот кремовые, яркие хайлайтеры. Смотрите, какая цветопередача хорошая. Можно и прям от души себе сделать, и поскромнее. На любой вкус хайлайтеры есть у меня.
И палетки мы будем с вами смотреть. Я буду в течение следующего месяца делать макияжи с ними и вам показывать, как они выглядят на лице. То есть будет в каждую неделю меняться палетка. Вот сейчас началась уже у меня неделя, я пользуюсь вот этой палеточкой. Также я буду показывать там свотчи и какие макияжи получаются. Это что-то типа проекта будет, как с помадами. Каждый день разная помада, а здесь мы будем смотреть каждую неделю разную палетку. Ну, палетка, она более многогранная, не то что помада, да, здесь же можно как-то изменять макияжи, все-таки цветов там много, поэтому это будет у нас больше времени на это уходить. Также будет, я вот купила в последний свой поход в подружку, все-таки решила я купить эту палеточку от Essence 0,3 тон, потому как их сняли с производства, а мне все-таки хочется иметь в своей коллекции эту палетку. И она будет такая красивая. Мы ее будем тоже в течение одной недели смотреть сводчи, смотреть с ней макияж. Здесь разные цвета. И они, видите, вот как будто дуохромные некоторые, мне так кажется. Я еще ничего не делала сводчи. Поэтому будем с вами все вместе смотреть. Это вот на вторую неделю. На третью неделю я хочу попробовать палетку свою, мини-шоколадку, которая с Revolution приехала. Я еще даже не сделала с ней ни одного макияжа. Третью неделю мы будем с вот этой палеточкой, с мини-шоколадкой. Она называется Rose Gold. И будем делать с ней макияжи. Вот так она выглядит. Тоже довольно интересно. Но здесь, наверное, все будет, все макияжи розоватые получаться. Но будем экспериментировать, потому что мне самой интересно. Я еще вот ни одного макияжа не успела сделать с этой мини-шоколадкой. И также у нас на четвертую неделю мы будем тестить тоже не менее интересную палеточку. Это No Photo Please. Здесь есть база, даже входит в комплект вот с этих теней, которая продавалась с этими, с этой палеткой, потому как они все, сейчас я вам покажу, вы увидите, все довольно-таки такие шиммерные, классные. Здесь матовый только один, вот этот черный. То есть, ну, тут вообще, конечно, макияжи можно разные делать. Цвета шикарные. Я сводчи показывала в каком-то видео. Классная палетка. Тоже ни одного макияжа еще не успела сделать. Так вот у нас будет на это с вами целая неделя, чтобы посмотреть все вот эти разноцветности на глазах. Девочки, скажите, как вы относитесь к моей затее? Интересно ли вам будет смотреть, вот, как выглядят палетки на глазах? Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Ну и последнее, что я вам еще не успела, забыла показать, это средство для губ. Вот Faberlic, это как будет у меня бальзам. Очень хорошее средство, серия Beauty Lab. Артикул. И закрепляющий гель для бровей. 5080 артикул. Это более темный. Потому что более светлый, там совсем прям желтый какой-то. Вот такой оттеночек. Так, все, наверное, все, что касается косметички. Все, что касается косметички, мы с вами посмотрели. В палетке еще будем смотреть в течение месяца. Также будет продолжаться мой проект «Помада в день». Поэтому много помад успеем посмотреть. Еще что хотела сказать. Когда я была в «Улыбке радуги», я взяла себе журнальчик посмотреть, какие там интересные предложения. И что мне показалось достойным внимания, это сейчас вся продукция Перфекта идет со скидкой 25%. Там неплохой выбор. В общем-то и средства сами неплохие. Это бывшая польская компания. Сейчас Япония выкупила этот бренд. Вот видите. И поэтому там и 60, и 50 категории, и 40, и помоложе. В общем, на любой возраст, любые товары. Мне также интересно, появится вот 25 сентября будет 40% на все тональные средства. Это только один день такая акция продлится. И что еще я вам хочу сказать? Интересно, мне понравилось вот из этого журнала. Ну, там всегда какие-то акции для волос, на все есть. На кремы. Появятся новиночки такие
Белла Оги с базы под макияж. Палетки Maybelline будут со скидкой 25%. Их можно будет купить по 652 рубля. Из разноцветной туши Vivien Savon в нашем магазине не было. Тоже со скидочкой будет предложение интересное. Ну и на консилер Vivien Savon неплохая цена, 169 рублей будет. Это все, что я вам хотела показать, рассказать про свою косметичку, про средства, которыми буду я пользоваться и вам показывать. Все, подписывайтесь на канал, на Инстаграм, увидимся в следующих видео. Желаю вам хорошего настроения, удачного начала учебного года. У кого-то садика, у кого-то школа, у кого-то института. Всем удачи, увидимся в следующих видео. До скорых встреч, пока-пока.